с чего начинается благополучие? С того, что мы начинаем отслеживать в своей жизни, да, причинно-следственные связи. Мы начинаем внимательно относиться к тому, какие семена мы сеем, что мы отдаем. Потому что мы отдаем, то мы и получим. Мы начинаем задавать себе вопросы, как я могу создать больше ценности, что я могу сделать полезного для этого мира. И как этой ценностью я могу поделиться с большим количеством людей. Тем более современные технологии, интернет позволяют это делать. Если ты создал что-то классное, что-то ценное, об этом не надо стесняться, рассказывать, показывать, распространять это. Да? Третье – работа над внутренними установками. В первую очередь отслеживать в себе вот эту жабу жадности, ее прорабатывать. Пожертвование – очень эффективный инструмент для того, чтобы ее проработать. Ребят, желаю вам благополучия, желаю вам изобилия, процветания, всех благ.